Всем привет! Около 100 лет назад, в середине 20-х годов, директор Института Маркса Энгельса Давид Рязанов решил основать в своем институте кабинет Плеханова, одного из первых русских марксистов. Для этого был выкуплен архив Плеханова и его библиотека из эмиграции и перевезены в Петроград, основан дом Плеханова, а с вдовой Георгия Валентиновича Розалии Марковной Плехановой был подписан договор на издание его архива. Был создан специальный комитет по увековечиванию памяти Плеханова, и стали издаваться вот такие сборники освобождения, группы освобождения труда, архив Плеханова, его переписка. Но после ареста и расстрела Давида Рязанова издание этих сборников было прекращено. Они либо целиком изымались из обращения, либо вымарывались фамилии авторов, в данном случае Льва Каменева. В полном комплекте эти сборники — огромная редкость. Да здравствует Коминтерн!